Так, кукуна, всем привет. Добрый вечер. Будем остроглотусов, северуму, всех остальных. Работы еще куча, непочатый край. Поставил он его на Артемуху на свет. Так, шо это самое, шо. В 4 утра убрал мечиху отсюда, из скатки. Отстрелялась она. Вон они все. Вон они. Бонами. Вместе с мойками. Так, это хорошо. Их можно окрепнуть чуть-чуть, потому что я, по-моему, смотрю, они такие пузатенькие были, даже полужелт. А, не, нормально все. Мне показалось, желтками они были. Ну, то среди ночи. Еще темно было, в общем, нормально. Все с ними. Так, будем всех поднимаем. Тут свет включаем, Валерчику включаем. Тараканы уже хавать хотят. Конечно, Валера вчера налупашил с интернеции. Пузатый он до сих пор. Да эти голодные все остались. Включаем этим свет. Сейчас пока кормить их не буду. Брошу таблетки. Хотя отвлекающий маневр самы. Это же эти тоже головастики. Все ж сразу на таблетки шпана лазят. Ё-моё. Вот тут теперь не прозевать бы мне мечиху. Они тут приблизительно в одно время все стреляли. Ну, я что-то смотрю. Ну, вот это такая вот вроде бы как. Да, такая вроде. У меня и так это долго просидело. Вроде бы как такое похожее. Блин, все никак я не уберу этого. Меча вот это. Вот это он их клоцает. Поэтому они красные, не кубинцы получаются, блин. Что, я его не убрал? Я думал, я его убрал. Вот это недосамец, это гермафродит получается. Была самка, стала самцом. Тут тоже пока свет не... А, хотя что, можно тут свет включить уже. Ой. Так, можно бошку выключить. О, вот тут надо смотреть какую-то живоглотку. Вот тут где-то была вчера такая. Вот эта молодая малинезия может стрельнуть. Она может. Так, просыпайтесь все, подъем. Ну, короче, сильно критичных нету таких, чтоб аж разродились. А эти-то, это самец, ты чё, ля? Так. Вот это я вчера отловил. Вот это еще отловил. Стрим закончился, я еще половил, чуть-чуть порыбачил. Так, писуны диванные. Я вас хаваю с первого комментария. Одной вода мутная, чи одному, чи... Вода мутная подвязываю с аквариумистика, второй... Второму не нравится, что я клянчу что-то там. Не учите меня жить, ученый, и без вас. Пока вы учились, я уже преподавал. Начинаете мне тут лечить. Я вас хаваю всех сразу. Вот этих вот доброжелателей. И сходите в лес, побейтесь головой об сосны. Оно отпустит. И не смотрите тогда меня. Просто-напросто, все. 2-3 комментария отвечаю, сразу летите в бан, чтобы время на вас не тратить. Это же умники. Покажи свое, что ты можешь. А потом рассказывай, лечи там. Ну шо вы, сомики, бомики. Ну нормально, полтинники я насобираю. Сейчас собираю покровки, кофейка надо самому джахнуть. Так, разбудить вот эту баночку. Синьки я сюда так и не добавил еще. Так, что у нас с икрищей тут? Тут-ту-ту. Нормально. Тут что? Тоже хорошо все. Водичка не мутная, светленькая. Тут что? Должны быть уже тут день разница, да? Что-то долго сидит вот эта вот икра. Должны быть уже тут скоро вообще-то маленькие... Появятся шлёцочки. Отстрелялись у меня 2 белые самки. Вот это кориков. Вот этих надо накормить, покормить. Чем их покормить? Мотыля порезать. Ну, я сейчас подумаю, чем их покормить еще. Угу. Ну, в общем, все, что буду заниматься. У меня время есть до 9:30. Потому что в 10 мне ехать надо на зубы.
А потом снова приезжать, долавливать. Ну, может, и успею сейчас доловить, что смогу. Потом после врачей надо бы посчитать вот это все. Пересчитать и дергать на магазин. Да? Гляньте, какая. Цвет, хороший цвет. Ну, два цвета. Я что-то сказал четыре. Ну, четыре. Вот же зеленый и мятный тут есть. Ну, четыре. В основном помаранч и этот. И... Ну, два цвета тут, в основном два цвета. Ну, ничего, есть он и желтый, есть и зеленый, и фиолетовый есть. Нормально, какая есть, такая есть. Ну, мелочь не буду только убрать, конечно, вот таких вот глыстунцов. Отсею, это так вчера попали. А вот это дальше, вот это все нормально, рабочая рыба. В общем, все хорошо. Так, тут еще зачерпнуть пару раз надо с очком. Да и самов тут тоже нормально. Ну сейчас самов мы сейчас отвлечем. Сейчас таблетосим, а этим сверху горчички чуть-чуть пересыпать, чтобы они эти вверх, самы вниз на таблетку. Но в основном сейчас самы должны на таблетки напасть. Буду дальше вылавливать. Все, кому интересно, подписываемся, прописываемся, ударяем в колокольчик, оставляем комментарии по теме. Обнял, приподнял, подбросил, поймал. Вот это сюда можно будет, наверное, скатку освободить, кстати. А потом вот этот весь аквариумчик весь. О, смотри, как самы подтянулись. Видите, подтянулись. Это один там замет старшенький. Видите, он размерчики какие есть. Больше, меньше. А потом вот этот весь аквариумчик с мелочью. Вот этот вот. Сюда в шестигранник. Но надо все-таки тут отсеять рыбку. Надо тут отсеять еще крупных. Таких постараться. Вот этого на магазин, вот этого, вот этого, вот этого. Ну, в общем, тут еще с десяток может можно мечей наскрести. Ну не, ну десятка нет. Ну тут еще можно вот продажные мольки. Тут еще есть продажные. Хотя бы с десяток молек ему насобирать. Тоже какая-то копейка. Уже это будет хорошо. На ползуба хватит. Все. Пока.